Казахстанских таксистов грозят лишать заказов за нарушение скоростного режима. Это в первую очередь касается тех водителей, которые работают через мобильное приложение. Также агрегаторов такси обязали следить за тем, чтобы шофер работал без отдыха не больше 10 часов. Новые правила начнут действовать уже со следующего месяца. Скоростной режим в черте города будут фиксировать с помощью видеокамер. А в отдаленных районах нарушителей смогут выявлять на основе жалоб и оценок пассажиров. На первый раз водители получат предупреждение. При повторном превышении скорости последует наказание. Извозчика могут отключить от системы временно или даже навсегда. За первые 4 месяца этого года дорожные полицейские составили 147 административных протоколов на таксистов. Частных извозчиков оштрафовали на 3,5 миллиона тенге. При перевозке пассажир имеет право написать комментарии. Нередко наши водители пренебрегают своим здоровьем и ездят за рулем там более 12 часов, 13 часов. А у нас, согласно законодательству, водитель должен передвигаться максимум 9-10 часов. Сначала будут предупреждения. Это снижение баллов, рейтингов, временное отключение –